Данные автомашины передаются во все районные и городские отделы внутренних дел Чуйской области. Это передается в рамках проводимого форума, который у нас намечено провести по всей территории республики. На прошлой неделе такой же форум и вручения проводились в Нарвской области, сегодня в Чуйской области. И в ближайшем будущем такие форумы, вручение таких автомашин будет проведено во всех областях республики.